мои родные. Все еще 21 марта 2020 года. Все еще мороз, видите? Я стою, не смотрелась на эти лампочки, как тут все переливается. Я же вообще как сорока. Вечно бросаюсь на все блестящее. Вот. Смотрела на машине снежок. Так красиво. Стою тут, втыкаю. Вспомнила, что я без этого, как его, без кофты, без ничего. В общем, вот так вот. Смотрите, какая мелочь. Малявочка гуляет. Эта звездочка так и висит. Вот. Видите? Между лампами. Там звездочка прям как летающая тарелка. Как будто бы сейчас спустится. А я ее засниму. Для вас, мои родные. На улице хорошо. Морозненько. Замечательное чувство. Сходила я в Дикси. В этот, картошки нет. Мне надо было картошечки купить. Вот, а в другое куда-то идти без кофты. Я уже и так замерзла. Так что прогулялась. Вот, видите, вот этот розовый цвет, вот, что я вам говорила. Мне объяснили, что это, оказывается, выращивают растения. Ну, рассаду и всякое такое. Вот видите, перышко Катерины Хенделаев. Это сегодня слушала ее видео. Не знаю, кто из моих подписчиков Ирочку смотрит, которая вышла замуж за индейца, живет в Индии. Но сейчас она в Петербурге. Вот. Сегодня смотрела я, как Саши желал всем здоровья, не паниковать, что все замечательно. Вот, сейчас перышко увидела, вспомнила. Не знаю, просто люди быстро забывают. Вот было же и свиной грипп какой-то, я помню. И колеса у машин мыли. И все перезакрывали. В советское время всякая фигня такая была, чтобы народ там как-то поставить на место. Кто-то включался, кто-то не включался. Кто-то вообще себе какие-то подземные бункеры рыл. В общем, у каждого своя. Лавочка в голове. Вот. Кто-то разбирается со 100 граммами. Вот, фронтовыми. Кто-то с психологами. Так что, мои хорошие, как говорят арабы, кульбаха чикель. Значит, каждому свое. Вот. И сказала мне Наташа из Ливана, которая передала мне эстафету, что я нифига не поняла, короче, я неправильно передала эстафету, там нужно было на какие-то вопросы отвечать. Ну, в общем, я не в теме, как оказалось. Я Сереге передала. Что я передала ему, не знаю. Но что-то передала Днепровскому. Замерзла, аж слезы идут. Мне всегда, когда холодно, очень так в лицо, ветер морозный, сразу же слезки идут. Я иду в мамочку свою. Вот, хотя плакала последний раз. Сейчас скажу, в каком году. Плакала последний раз в 2004 году. Вот не вру вам, мои родные, правда, правда. Последний раз я плакала, не дай бог, что не последний,
еще поплачем. Человек приезжает. Или к нам, или от нас, не знаю. Кушать хочу вообще. Вы представляете, как? Что-то у меня с пищеварением вообще что-то поменялось. Я раньше ела как-то утром позавтракаю и вечером там чего-то. А сейчас мне постоянно хочется есть. Я не знаю, вроде бы ничего не заедаю. Но вот у меня 19 числа, 18-го, 19-го, как будто произошла какая-то перезагрузка полная в организме. Вот. И он как-то работает совершенно по-другому. Вот. Я стала чувствовать голод. Раньше не чувствовала вообще голод. Я могла. Вот, особенно когда работала проводницей. Я иногда, вот честно, сутками не ела вообще. Вот. А сейчас. Не знаю даже как объяснить. Ладно, мои родные. Пока-пока. Очень люблю вас. Пока, мои хорошие. Пришла я домой. Ладно, пойдемте вам еще парадную немножко покажу. Свою. Вот такое парадное. Хотя мы все его 100 раз уже видели. Или 200. Давайте. Первый раз в жизни поедусь в лифте. Первый этаж, второй. Смешно. Вот тут какие у нас художники. Кто тут? Тут я. Чего тут только нет. Даже стихи есть. Там написано на дверях. Такой лифт, видите? Я пока вмещаюсь в него. Пока, мои дорогие. Очень люблю вас. Пока-пока. Говорю, иногда хочу по-арабски вам сказать. Или лика, или там бай. Всякие такие вот слова, как я по-арабски всегда говорила. Говорю по-русски. У меня в голове это переводится. Вот так прикольно.